Всем привет, с вами Мэтт. В этом видео я расскажу вам, как сделать подкрутку зрителей на стримы на платформе YouTube. Суть и цель видео – научить воспользоваться программами, что в свободном доступе, ну и избежать лишних сливов денег рандомным типам, что юзают аналогичные программы. Сам я занимаюсь стримами уже давно и знаю, что подкруткой занимаются почти все стримеры на YouTube. Цель подкрутки – поднять свой стрим в рекомендации и в топ-разделы гейминг и лайв. Да, конечно, вы должны понимать, что такого рода подкрутки могут повлиять на ваш стрим, ибо YouTube обновляет свои алгоритмы, и если сейчас можно без проблем накрутить, то возможно через год или менее эта программа уже не будет работать. В общем, всех предупредил, ну а я приступаю к подкрутке. Итак, для начала вам нужно будет скачать программу номер один от Shippy. Программа работает очень просто и не требует особых ресурсов. Итак, для того, чтобы начать использовать данную прогу, вам нужно будет найти прокси. Переходим на сайт Proxy Checker, и здесь вы можете увидеть уже проверенные списки прокси. Берем любой список и копируем его. Далее переходим в папку подкрутки, именно где находится у нас программа, и в текстовик заносим все скопированные прокси. После сохраняем текстовой файл и заходим в саму программу. Далее вам нужно будет найти ID стрима. Заходим на стрим, копируем из названия ID, вставляем его в программу. Далее выбираем текстовой файл. Он у меня находится под названием 1 и нажимаем Enter. Программа сама начинает работу, и все, что вам нужно делать, это немножко подождать. Через некоторое время зрители на стриме начнут прибавляться. Вуаля, вот вам и подкрутка. Ах да, и важный момент, так как вы юзаете бесплатные прокси, они могут отрубаться в любой момент. То есть, по сути, вы набираете некое количество зрителей, затем это число может резко упасть, ну а потом опять подняться и закрепиться на какой-нибудь цифре, например, 200-500 зрителей стабильно. Вот так эта программа работает на деле. Далее переходим ко второй программе. И как с первой, эту программу я нашел на GitHub. Заходим по ссылке и скачиваем с официального сайта, куда создатель ее поставил. Далее распаковываем папку, и тут не надо особо искать прокси, ибо программа сама будет искать по указанным источникам. Если у вас есть список прокси, можете их указать в текстовом документе. После того, как разобрались с прокси, можете запускать программу. Здесь указываем ID стрима и указываем количество потоков прогонки прокси. В среднем на 1000 потоков можно получить около 200 зрителей. Учтите, что данная программа использует бесплатные прокси, а также чем больше потоков вы указываете, тем больше ресурсов программа использует. То есть это процессор, память и интернет. Сразу скажу, что с этой программой набор зрителей будет намного дольше, чем в первой программе, ибо списки не отфильтрованы и количество прокси больше, и пока программа найдет рабочие прокси и присоединит их к стриму, может уйти немало времени. Вот так эта программа, собственно, и работает. В общем, всем тем, кто досмотрел видео до конца, хочу сказать спасибо. Я очень надеюсь, что вы не будете подкручивать свои стримы, ибо обманывать систему не очень хорошо. Вот как-то вот так это все и работает. В общем, всем хороших стримов и много зрителей, конечно же. Ссылки я оставлю в описании. Ну и если у вас есть какие-нибудь вопросы, задавайте их в комментариях.